перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу. Всем привет, всем здрасте. Ну чё, парни? Чида, тида, тида, чида. Чё, кто там, чё, как, у кого? Давайте пишите, кто за кого болеет. Я вот именно болею за Хабиба. Могу объяснить, почему, потому что он представляет Россию. Ну, в принципе, всё, что связывает слово Россию и Хабиб, это уже круто. Вот, естественно, я болею за Хабиба, я уверен, что он выиграет. Вот, так что, я не знаю, вы как думаете, за кого вы? Вы можете болеть и за Конора, пожалуйста. Но я болею за Хабиба. Видишь, у меня даже глаз, блядь, не работает. Видите, у меня как у Нагиева, одна сторона не работает, не рабочая, видишь? Не двигается, точнее, двигается слишком много. Чуть-чуть по-другому. Так что так, пацаны. Так, ну что, ребят? Макгрегор лучше, Хабиб, ну, я не знаю. По-моему, Макгрегор чем лучше? Ну, может быть, он более шоумен, он больше как артист, актер, да, он интересный. На него интересно смотреть, я согласен. Но болею за Хабиба, все-таки Хабиб представляет школу самбо. Вот, представляет самбо. Вот, и я думаю, что Хабиб, если будет осторожен, то у него не состоит. Вот за Хабиба я, конечно, Резван, братан. Здорово, братишка. Как ты? Я видел, у тебя тоже скоро бой. Я, конечно, за Хабиба, только Хабиб. Какой нахер Конор, вы еще издеваетесь? В России, если ты живешь в России, ты должен болеть за Хабиба. Ну, мне так кажется. Вот. Даже Деки за руку, это был Барселоне, сказал, что больше за Хабибу. Хотя человек живет в Барселоне, надо оставаться патриотами своей страны. Кстати, многие там начинают, там, Дагестан, не Дагестан, типа, знаете, когда Федор Емельяненко дерется с кем-то, за него ребята болеют с Дагестана, и нормально все. У нас какое-то начинается разделение Дагестан, не Дагестан и так далее и тому подобное. Это неправильно. Хабиб представляет в первую очередь нашу страну с вами. Вот. А сколько ребят на Олимпийских играх с Дагестана, да, по вольной борьбе? То есть ребят дофига, очень много. Вот такие дела. Давайте, пацаны, задавайте свои вопросы. Да, я думаю, что уж... Сейчас, ребят, подождите, мне тут один название заблокировал. Алло, я вернулся, братья. Вот, пришлось снова заблокировать. Вот. Вообще, как думаете, когда закончится бой? Кстати, у меня сегодня выйдет видео, в котором я дам победителю 10 тысяч рублей. Смотрите на ютубе, в 16:00 будет видео, кто максимально угадает результат. Что-то у меня грязное здесь. Кто максимально угадает результат, тот это получит десятку. Да причем вы пристали к этому флагу, блин, флаг, не флаг, причем здесь флаг вообще? Вышел с флагом. Кто-то выходит с флагом, кто-то не выходит с флагом. Вон, что, Волков с флагом стоял? Нет, без флага же стоял, пацан. Пацаны, меня там нормально грузится? Сейчас посмотрю, потому что меня звонили. Ти, да? Ну. Ти или не ти? Это же такие. Ну, скажи, почему я без флага? А вообще, вы знаете, что история про флага? Кто он там выходил с флагом, и его отцу больше не дали после этого визу. Вот, так что это такая история достаточно... Это больше политический флаг. Была история такая, что они вышли с флагом, и после этого его отцу перестали давать визу. Вон. Считаю, что начнется с ног. Давайте, пацаны, задавайте еще вопросы. У нас мало, 830 человек все. Что думаете, кстати, по поводу Эдварда Билла? Вчера мне понравилось, что он там на трансляции такой, весь зайчик такой, в очочках стоит. Такой сидит в очочках, это все пранки, все фигня. Разыбать надо. Так что, да, какой бой, ребят, ну какой бой, он же не боец, вот, какой бой. Вот это же не в интернете людей, там, на улице, да, приставать к всяким слабым. Ну, вот. С глазом мне, я говорю, как у ноги, видите, у меня один сторона, она у меня сама по себе работает. Вот. То, что так, Молдова, вообще, всем, ребят, привет. Сток с какого города? Вот видите, БПА В1,
Пишет, что он хуеплёт. Я не знаю, зачем он так себя называет. Ты зачем себя хуеплётом называешь? Господи, ну не надо так, прошу, не называйся так. Так что бой в 7 утра, а не в 5 утра, если чувствуете. Ульяновск, привет. Хаунтед Фэмили. Муфуку. Волгоград. Кстати, у нас есть клубы в Волгограде, в Вологде, в Футболге, в Воронеже, в Екатеринбурге, в Москве, в Санкт-Петербурге. Сейчас в Подольске скоро будем открываться. То есть вообще такие дела, пацаны. Колпино. Да, да, готов. Так что так. Бой, я не знаю, ребят, пока отдыхаем. Так что так. Кизару за кем? Кизару с нами всегда, до последнего. Дайган, да, вижу, да, скоро интервью прикольно. Вот. Ну что, пацанчики, давайте еще я немножко, еще буквально пару минут с вами побуду. Вот. Я, кстати, не настаивал, чтобы вы там болели за Хабиба, и не говорю, что, блин, вы там... Хотя бы мог так сказать, что вы придурки, потому что вы болеете за Конора. И объяснив это тем, что вы находитесь в России, вы должны болеть за человека, который представляет Россию. Нравится вам это, не нравится? Вот. Я на Кубочку не куплю. Вот, друзья, так что я вот истинно буду болеть. Да. Сегодня поставил, кстати, 100 тысяч на Хабибу. Коэффициент, правда, маленький, 1.57. Я обычно так не ставлю, такие маленькие коэффициенты. Вот, но здесь чисто, как говорится, вот по... Ну, нравится, вот и поставил. Так что такие дела. Так что, друзья, давайте, что там, кто там, прямые эфиры кто-то запрашивает. Что-то хуёво грузит. Наших пацанов никого нет. Ребят, ну давайте еще вопросики. Чего не должен, это уже хнули, глупо людям внушать. А как понять, никто ничего никому не должен? Нет, ребята, вы должны болеть за свою страну. Вот я, пока вы этого не поймете, пока в ваших мозгах не будет нормального понимания, что вы должны болеть человека из своей страны. Нравится вам это, не нравится, без разницы. Вот вы должны за него болеть. Вот без разницы. Да, Хабиб крутой, прикольный и так далее и тому подобное. Он реально крутой шоумен, он крутой актер. Ну, блин, ребят. Ладно, братишки. Все, я всех обнимаю. Не ругайтесь друг с другом. И, кстати, я могу сказать, что Конор тоже молодец. Он крутой спортсмен. Он на себя сделал, он вырос из нищеты. Это вообще очень сильно похвально. Да, но Хабиб тоже себя сделал. Но, вот правильно, Селезнев пишет, привет, кстати, что нужно болеть за своих ребят. Вот, я всех обнял, всех люблю, всех целую. Сегодня посмотрим, что будет. Вот. И в 4 часа я напомню, что выходит у меня видео. Тот, кто угадает максимально близко, правильный ответ будет, там, вплоть до секунды, получит 10 тысяч рублей. У меня на ютубе в 16:00, пацаны. Все, всех обнял, всех люблю, всех целую.